Пчела, наши псевдонимы. Что вам еще рассказать? У нас есть наш все гениальное просто, то есть мы стремимся до всех сил к простоте, в основном, да, к ненапряжным текстам, музыки тоже такой. Я это, может, что-то рассказываю. Ну, да, понятно. Вот и все. Так что мы сейчас поем песню. Первая песня называется «Несу руку в огонь». А еще? Зачем ты подошел к камину? Поверь себе, со мной ты нет. Не нужно строить целую мину. Позволь мне дать тебе совет. Несу ее руку в огонь, несу ее руку в огонь. Ты обожжешься. Обожжешься, несу ее руку в огонь, несу ее руку в огонь. Обожжешься. Поверь, что злая не желаю. Хочу тебя предостеречь. Thank you.
маньяк. Маньяк. Ну да, как раньше эта светлая идея не пришла мне в голову? Два раза больше, два раза лучше, два потом. Замечательно, теперь я, Сексуальный маньяк. И вам я развяжу, а после вас скажу, что я сексуальный маньяк. Да, вот так бывает. Моносексуальным маньяком, там трисексуальным маньяком, там, не знаю, гиперсексуальным маньяком. Ну, есть же много, в общем, разных замечательных приставок. Но почему-то именно я, сексуальный маньяк. Что? Это хорошего доктора. А, понятно, все. Зачем так? Для этого тоже. Ну и третья песня, которую мы готовили, песня, это была песня «Маньяк», да. «Автобус». Давай. Я зашел в автобус, купил себе билет. Хочу присесть, но места свободного здесь нет. Пришлось мне стоя ехать, смотреть в окно на то, как там спешат куда-то различные авто. Автобус меня везет, куда нужно мне ехать. Вот бабушка зашла и смотрит.
хочу. Но бабушка сидит, я знаю, молодец. Ведь бабушка сидит, стоянию конец. Кондуктор постоит, он парень молодой. Я с ним поговорил, я тоже молодой. Автобус меня везет, автобус меня везет, куда-то нужно мне ехать. Автобус меня везет, а куда нужно ехать мне? Но иногда туда не хочу. Я уже.